За последние несколько часов снежная буря обрушилась на несколько городов в районе Ант, где интенсивность урагана привела к падению деревьев и отключению электроэнергии из-за обрушения линий электропередач. Основные проблемы были зафиксированы в Эскеле и Тревелине в Аргентине, где количество скопившегося снега превысило 50 сантиметров. Сообщают местные СМИ. Другими пострадавшими городами были Лага-Пуэла, Эль-Бальсон, Эпуйон, Эль-Оя и Эль-Майтин. Метеорологическое явление, которое некоторые специалисты назвали историческим, вызвало несколько инцидентов вчера в течение дня. Рано утром в эту субботу скопление снега на крыше привело к обрушению муниципального спортзала Эль-Оя. Тем временем в горнолыжном центре Ла-Хоя в Чубуте группа людей застряла, что вынудило сотрудников муниципальной гражданской защиты, жандармерии и провинциального шоссе работать, чтобы расчистить путь к холму и спасти их. Сила шторма была такой, что муниципалитет Лага-Пуэла объявил чрезвычайную климатическую ситуацию на 90 дней из-за рекордного количества осадков и снегопадов. Между тем, вчера армия предоставила свои помещения для размещения людей, которые находились в пути, и группы которых не могли продолжать путешествие, в дополнение к доставке продуктов питания в соответствующие приюты.